Премьеру четырехсерийной мелодрамы смотрите 25 сентября. Катерина Климова попала в детдом после того, как ее отца посадили за убийство ее матери. Повзрослев, она осталась работать в детдоме, но однажды ее внезапно увольняют. И Катерине приходится срочно уехать в незнакомый город, где ей выделили квартиру. Однако новое жилье оказалось непригодным для жизни, и работу Катерине найти никак не удается. Отчаявшуюся девушку без денег и крыши над головой спасает заведующая местной больницы Вера Павловна. А вскоре Катерина знакомится с ее сыном Вадимом, который предлагает ей работать няней в его семье. Кажется, впервые в жизни девушке улыбнулась удача. Но путь к настоящему счастью оказывается гораздо труднее и длиннее, чем Катерина могла себе представить. В ролях снимаются Пелагея Невзорова, Лариса Удовиченко, Евгений Пронин, Зоя Антонова, Павел Южаков. Режиссер фильма Алексей Карелин.